рус ленюшку российскую и грузинскую. Недолго, да, скажем, да. И вот мы едем по военно-грузинской дороге. На горе. О, эта гора в снегу уже покрывается. Ребята, как ваше впечатление о Пятигорске, Владикавказе? Классная, да? Особенно вам что понравилось? Мне особенно понравилось Владикавказ, что там был парк. Парк, зоопарк. А мне особенно понравился мой полет на параплане. А тебе, Ленечка? Мне понравилось много вещей, но очень понравилось мне места, где были написаны разные указатели, ну, на гору, где мама летала. И еще мне понравилось, как мама летала, как мы там еще могли... Макдональдсы были, еще как мы в зоопарке были. И Грендропарк. Ну, так смотрю, тебе понравилась наша поездка, да, по России. Возьми, мам. Переключаемся на Грузию. Сейчас поедем. Сегодня мы поедем в Тбилиси. Да, еще не знаем, где мы переночуем. Может быть, в Мцхете или в Тбилиси. Или... Может быть, завтра мы поедем в Львов еще. Может быть. А вот и папа. Здесь есть эксченж, вот как сюда, после границы. Есть вот такое, смотрите, местечко, здесь отели. Горы, мне горы, кажется, да. Что нет, высокие. Да, не один. И разные отельчики, ресторанчики, наверное. Пройдя границу, тут некоторые останавливаются. Кукареку!
Кокорику. Громче. Кокорику. 1 балл у Лейли. Теперь Лейли придумывает задание для Оси. Это несложное задание, даже приятное. Так, я сейчас тоже получаю этот балл. Теперь ты мне. Сейчас такое придумать, чтобы мне не выполнить вообще. Подвиг головой вот так. Сколько раз? 10. Ну, хорошо. 8, 9, 10. О, голова скоро сломается. Так, сейчас. Осель. Скажи громко, что я всех люблю. Я всех люблю. Громче. Я всех люблю. Сейчас задание на двоих. Да. Называем города. Пока три. Начинает Лейли. Любые города, которые вы знаете. И кто уже не сможет назвать в конце концов город, проигрывает. Начали. Сколько сказать? 1, говоришь, потом Осель 1, потом опять ты 1. Любые. Владикавказ. Осель. Какой еще знаешь? Любой. Любой город, не обязательно там, где мы были. Баку. Я уже ждала Баку. Сейчас я скажу Москва. Осель. Париж, Варшаве. Асель, вспоминай, в каких мы были, если так не можешь вспомнить. Давай, Асель. Тбилиси. Тбилиси. Так, я еще знаю Сигнахи. Молодец. Асель. Асель, пока ты думаешь, я тут поснимаю. Так, мам, красоту. Осель знает. Куба. Какая? Куба. Так, Куба. Это в Азербайджане город. Балакан. Не путаем с Кубой. Балакан. Балакан, правильно. Это на границе с Грузией город, помните? Да. Осель думает. Осель думает долго. Мы снимаем. Снежные горы. Смотрите, высокие, они уже хорошенько заснежены. Шимахи. Так, Асель придумала, ну-ка еще раз. Шимахи. А тоже я проезжали, да, у кого-нибудь? Пятигорский. Пятигорск, правильно. Асель, а вот вы в России еще в каком городе побывали? Пятигорск, потом я какой вижу, поехали? Я вижу. Кроме Владикавказа. Чуть-чуть мы пошли туда. Немножко. Папа там кое-что взял, и мы уехали. Какие-то воды. Какие? Минеральные. Правильно, минеральные воды. Я скажу еще щеки. Щеки, правильно. Какой город в Англии ты хотела поехать? Ой! Лондон! Сейчас я. Ростов? Да-да. Правильно. И может еще один. Да, Аселька, если сейчас ты не назовешь, то проигрываешь. Ну что ж, победа присуждается Лейлишке, а Сельке поощрительный поцелуйчик от Лейлишки. Ну же. Ура!
странные. Угу. Сталактиты, что ли, здесь, смотри. Что-то коричневое. Не знаю. Похоже на... Как в Турции. Да, сталактиты. Нет, это что-то... Но они как будто и... Ну, не знаю, что-то интересное. Видели? Девочки, видели? Смотрите, какое. Ну, как будто что-то коричневое вылилось из горы. И вот здесь такие интересные образовались штуки. Может, кто-то на канале напишет нам, что это такое? Да, кто знает, как это называется, напишите нам в комментариях. Оп, еще один туннель. Но не для нас. Там гора, смотрите, вообще в снегу вся. Видите, девочки, смотри. Вот там. Можно мы поиграть? Ну, залезай на гору, поиграй. Мы подождем тут.